Так, сегодня я испекла лаваш по рецепту, увиденному из интернета у Полины Бондарь на канале. И вот такая вот у меня получилась красота. Такой приятный желтый цвет придает этому изделию куркума. Вот, так что, если кому-то нужно, могу оставить ссылочку, пользуйтесь. Сейчас пробовать буду на вкус. Уверена, что это вкусно. Запах говорит о том, что вкусно. Вот смотрите, как ломается. Режется, ну, пока свежий. Так, знаете, так тоже. Вот. Вкуснятина. Так, лаваш номер 2 испекся. Вот так вот он красиво, жизнерадостно и солнечно выглядит. Очень такое... Вот смотрите, вот там дно вот такое вот. Немножко эта духовка прижаривает, ну, это вполне нормально вот получилось. Вот такой мягенький, хорошенький такой. И тот номер 2, ну, в смысле, точнее говоря, номер 1. Вот я его уже подъела. Он выглядит вот такая вот воздушная мякоть. Вот смотрите. Видите? Вот. Красиво очень. Вот ножом разрезанный срез. А это отломанное. Вот так отломала, и оно вот так распрямилось. Ой, падает, в общем. Пожалуйста. Так что ссылочку оставлю на рецепт. Приятного аппетита. Спасибо Полине за рецепт.